Прозевал поклевку. Ребят, всем привет. На дворе сейчас 5 мая, 3 часа утра. По северному широтному коридору наваливаю на рыбалку. Еду сегодня с поплавочной удочкой. Как всегда, Хирабуна. Хочу попробовать найти карася. Найти карася хорошего, толстого, крупного. Не знаю, получится или нет. Ну, впрочем, если это видео вы смотрите, значит, у меня хотя бы что-то получилось. В общем, заваривайте себе чайку. Я надеюсь, что видосик получится интересным. Начинается интересная дорога. Не знаю, проеду, не проеду. Но буду стараться. Приехал я на реку. Такая вот туманная красота здесь. Интересные, интересные места. Сейчас покажу тут вокруг да около. Присмотрюсь и где-нибудь присяду. Видимо, кто-то не рестится. Прямо под ногами, смотри, хочу. Ё-моё. Попробую я в этом заливчике немного посидеть. Укромное местечко такое хорошее. Вот. И половить оперативненько. Сейчас бегом за удочками, за рюкзаком. Размещусь. Здесь, в принципе, хороший такой бережок. Достаточно плотный. Ну, раз рыбка здесь есть, может быть, она и клюнет. Хотя, в принципе, когда карась не рестится, ему вообще по барабану на насадку. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, рыба есть, рыба ходит. Рыба здесь есть. Это хорошо. Короче, я по-быстренькому следовал для тачки. Притащил весь шмурляк. Тормозил. Ты что творится? Уа! Капец, там рыбины ходят. Туда вот эти вот, вот эту травку я думаю, надо начать. Сейчас по-быстренькому настроим снасть. Смотрите, что там происходит. По-быстренькому удочку настрою. Тесто замешаю и в бой. Огонь, 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 огонь. Вообще, блин, надо быстрее, быстрее. Ё-моё. Ё-моё. Вообще прям на берег там вылазит. Офигеть. Заказал, в общем, 3 пакетика японских насадок. Вот такую вот, такую и такую. Я, ну, как бы не очень в них разбираюсь. Но мне подсоветовали ребята. Вот решил попробовать сравнить, как она работает вообще. Чтобы понять, что это вообще за насадка такая. Вот. И оснасточка у меня сегодня... с двумя крючками, в общем, один выше, другой ниже. На верхний крючочек я буду насаживать свое тесто, которое растворяется и пылит, а на нижний буду насаживать
Ну вот попробую японскую вот эту вот насадку. Если не пойдет дело, тогда замешаю свое. Вроде как бы написано, что один к одному надо замешивать. Тут типа пакетики для замеса. Но это многовато. Это многовато. Я сейчас пол пакета потрачу, наверное, на пробу-то. Пахнет ничего, тоже какая-то ванилька непонятная. Садочка готова. Ну, в принципе, все. Сейчас остается только промерить глубину и начать рыбалить. Глубину я сейчас промерил с помощью вот такой вот резиночки с прорезью. Вот. Ну и все, начинаем ловить. Закармливать я тут ничего не буду, потому что карась тут и так трется. Сразу же начинаем рыбачить. Взялся. Вот он и пришел. Здоровый. Карасяндр. Ручной карась. О, какой. Ну это как бы такой где-то в районе полкилошечки карасик клюнул. Вот. Но это не предел, конечно, для этих мест. Здесь есть рыба гораздо мощнее. Вот. Ну,
Будем ждать. Опа. Прозевал поклевку. Ой-ой-ой. Вот, а я хотел уходить. Оказывается, тут. Бодрый карасюк. Бодрый-бодрый. Красавчик какой. В общем, постоянно с той стороны натягивает течение и поплавок утаскивает, даже несмотря на то, что один крючок по дну волочится, по антенке видно, все равно утаскивает. Я уже пробовал прям здоровенные колобки теста насаживать, ничего не помогает. Короче, придется сейчас ставить другую оснастку, где два крючка лежат на дне. Вот, и поплавок будет полностью заякорен. Вот. И думаю, что поклевочек будет чуть побольше. Решил вот немного прогуляться, посмотреть. Два карася! А? Вчера? Карась-то попадал вчера? Ну да. Карасей! Тут! Время уже обед. Пришла какая-то мелочь, тычет, вот, но подсечь не могу. Скорее всего, это какая-то верховка мелкая плавает здесь. Вот, даже не знаю, я сейчас прогулялся, так есть там местечко одно интересное, рядом со струей, затишок. Мужик как раз оттуда ушел, сказал, что вчера поймал там 30 штук карасей, самый крупный 800. Не знаю, может туда переместиться, что ли. Короче, я решил поспать несколько часов до вечера, чтобы нормально себя чувствовать, а то я совсем никакой уже. Сейчас посплю, поем и в бой. В общем, ребят, я просидел в машине, ну как просидел, проспал до вечера. Пришел, здесь, во-первых, много белой рыбы плавится по поверхности начало. Во-вторых, несколько крупных карасей от берега убежало. И в-третьих, подняли уровень воды на сантиметров, наверное, где-то 15. Кстати, вон начал плескаться карась. Вот, поэтому такие вот сложные сегодня условия. Мы сидели, у нас стульчик был вот здесь. Сейчас это место в воде. 15 сантиметров. Вот. Кидать будем снова сейчас сюда. Сейчас все поставлю и начнем рыбалку. Там, где торчат палочки, вот здесь вот у нас был поплавок. Ну и, соответственно, там сейчас, ну, я думаю, что, может быть, на дне еще остался какой-то корм. Хотя, скорее всего, его уже съели.
Так, что-то попало, ребят. Какая-то рыбка. Или это карась. Нормально. Эй, куда пошел? Стой. Нормальный какой. Стой. Подсак надо. Надо подсак. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Самый, наверное, крупный за сегодня. Красавчик. Огонь. В общем, ребят, сижу, ловлю. Поклевки есть постоянно. Клюет то ельчик вот такой, то сорожечка. Вот. Опять кто-то там был. Какая-то плотва, наверное. Вот, а карася что-то как-то... Есть поклевки, похожие на карасины. Вот, но их очень мало. Очень мало. Забросы стараюсь делать в одну точку для того, чтобы рыбка скучковалась. Забрасывать в одну точку помогает заброс маятниковый. Вот, но его тоже надо уметь делать. То есть приходится осваивать. Вот поначалу у меня он вообще не получался этими удилищами, потому что они мягенькие. Вот, ну, сейчас вот я приноровился. И вроде как более-менее стало получаться. Ну и плюсом ко всему, удилишко у меня сейчас идет не самое, так сказать, мягкое. Оно идет достаточно быстрое, поэтому позволяет достаточно точно класть оснастку практически в одну точку. Давайте-ка, ребят, посмотрим, какой вес у тех карасиков, которых я сегодня поймал. Здесь надо весы. Мы их взвешиваем. Хорошие рыбки. Такие прям зачетные. Так. Четыреста пятнадцать. Раз. И 405. 3. Красавцы какие. Огонь. В длину у нас такой карасик составляет 28 сантиметров и 29 сантиметров. Такие вот караси. Красавчики. Самый крупный 425 грамм. Даже не представляю, какой карась на кило 425. Это, наверное, мутант вообще, его хрен вытащишь.
Но зацепить хотелось бы такого. Больше никакой рыбы я не поймал ни вечером, ни поздно ночью. Погода начала меняться, начал накапывать дождь, и мне пришлось уехать домой. Я надеюсь, что эта рыбалка вам понравилась. Всем не хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья. И увидимся с вами, ребят, в следующих видосах. Всем пока!